Комиссия областного акимата продолжает знакомиться с ходом работ по развитию массового предпринимательства. На очередном выездном заседании заслушан отчет города. На сегодня 48% действующих объектов бизнеса приходится на областной центр. С начала года открыто 1700 новых рабочих мест. Однако в ряде пригородных населенных пунктов есть отставание. Для решения проблемы к каждому аулу прикреплены специалисты для помощи начинающим предпринимателям. В Кызылорде в рамках программы развития массового предпринимательства одобрено 97 проектов, создано 132 рабочих места. До конца года планируется реализовать 44 бизнес-проекта. Всего планируется в рамках госпрограмм обучить основам бизнеса 345 человек, реализовать 595 проектов, создать 1021 рабочее место. Среди сельских населенных пунктов наибольшую активность показывает Тасбугет. Для массового предпринимательства выделены солидные суммы. Задача рационально использовать их для открытия различных видов бизнеса, создания новых рабочих мест. Аким области вновь и вновь обратил внимание на необходимость не только разъяснительной работы, но и конкретной поддержки начинающих свой бизнес. Глава региона также предостерег от практики предоставления облегченных кредитов состоявшимся уже бизнесменам. Цель – развитие массового предпринимательства. Прошлые годы было много программ. Солидные средства выделялись, но эффекта нет. Потому что кредиты давали в основном действующим ТОО, которые уже крепко стоят на ногах. В результате нет роста субъектов предпринимательства, доли малого и среднего бизнеса, ВВП. А мы сейчас ставим другие цели.